Всем здравствуйте! На этой неделе внуку Владимира Фриске исполнилось 9 лет. Мама ребенка, Жанна, ушла из жизни, когда мальчику было всего 2 года. Певица родила единственного сына в 38 лет, а уже через несколько месяцев у нее диагностировали глиобластому головного мозга. 2 года Жанна Фриске и отец ее ребенка Дмитрий Шепелев вместе боролись за жизнь. Жанна прожила 2 года благодаря экспериментальному лекарству. И вот уже спустя 7 лет после ухода певицы ее родные люди не могут наладить отношения. Родители Жанны Фриске очень хотели, но не смогли поздравить внука с днем рождения. Дмитрий Шепелев не стал налаживать отношения с Владимиром и Ольгой Фриске, поэтому Платон не встречается с бабушкой и дедушкой. Шепелев считает, что их манера и темы общения с мальчиком могут навредить Платону. Плюс мужчина до сих пор обижен на Владимира и Ольгу из-за судебной тяжбы, которая развязалась из-за остатка денег, собранных через благотворительный фонд на лечение Жанны, и из-за нелицеприятных высказываний в его адрес. Владимир Фриске на днях заявил, что подает в суд на Дмитрия Шепелева и судебных приставов, так как не исполняется решение суда. Бабушка и дедушка имеют право на встречи и общение с внуком. Но отец ребенка не предоставляет им такой возможности. Владимир Борисович отзывается о Шепелеве негативно. Также Владимир Фриске заявил, что выкупил у бывшего зятя часть квартиры дочери. Это квартира Жанны Фриске в элитной новостройке в Шмитовском проезде на Красной Пресне. Владимир и Ольга Фриске выкупили у Шепелева долю Платона. Они считают, что таким образом сохранят недвижимость Жанны для своего любимого внука. Напомним, что у Шепелева год назад родился второй сын. А у Владимира и Ольги Фриске на этой неделе появилась на свет внучка. Их младшая дочь Наталья впервые стала матерью. Счастливый дедушка заявил, что внучка в его породу. «Мне присылали ее фотографии, когда еще Наташа была беременной. Видел глаза и губы. Очень хорошо видно. Ночами просыпаешься и видишь, какая она будет. Я сильно ждал этого ребенка», – отметил Владимир Фриске. «Так что жизнь не стоит на месте. Теперь есть ради кого продолжать свой путь. А у нас на этом все. Берегите себя и своих близких. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!»